Так, продолжим нашу покраску. Значит, с чего начинаем? На турнетку, на которой будем красить, устанавливаем нашу подставку. На подставку устанавливаем нашу отливку. Отливка, швы зачищены, отверстие пропилено. Отливка высохла. Следующим этапом краскопульт, сопло, ваерограф. Ваерограф соплом 0,5 мм, заливаем краску. Краску цедим, цедим через марлю. Заливаем. Здесь у меня уже краска разбавленная. Открываем крышку. Настраиваем краскопульт. Смотрим, чтобы факел нас устраивал. Работаем обязательно в перчатках и средствах индивидуальной защиты. У вас должен быть как минимум фартук. Покраску начинаем с основания, именно вот с этих четырех точек. Начинаем красить. Так, ну вот, основание у нас покрашено, покажу ближе. Видно? Думаю, да. И теперь она уже, пока мы красили его, основание, пузо, там, другие нижние части, которые находятся снизу, и неудобно нам будет подлазить. Эти четыре точки уже успели подсохнуть. И теперь, когда мы их поставим на подставку, они... Краска оттуда уже не слезет. И еще такой момент. Почему красим в желтый, светло-серый или еще какие-то тона, но не белые? Потому что если мы будем красить белой краской, белый гипс, вы не увидите те места, где покрасили, а где нет. Смотрим, все ли везде было прокрашено, потому что модель текстурная, и надо ее красить с разных углов атаки. То есть сначала в одну сторону, потом в другую сторону. Отверстие тоже прокрасил, чтобы там не было видно белых участков не прокрашенных. Вот, теперь наша моделька должна подсохнуть. Поскольку у нас краска акриловая, сохнуть она будет очень быстро. Сейчас, пока сохнет краска, это в течение 15-20 минут, что я делаю? Я меняю краску в аэрографе. Красим, еще раз повторяю, с более светлых тонов к более темным тонам. То есть сейчас у нас самый светлый был цвет, и сейчас делаем все темнее, 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 темнее. Вот. В моем случае я жду, когда краска подсохнет. В вашем случае, когда таких отливок много, вы просто на подставке одну модель убираете покрашенную отливку и другую некрашенную ставите. И снова красите в этот же самый цвет. Допустим, у вас есть таких вот
некрашенных 10-20 штук, и вы 20 штук красите в один цвет, чтобы ускорить процесс покраски. В общем, вот так. Значит, я жду. Сейчас выключаю камеру, меняю краску в аэрографе.